Война закончилась. Но мне кажется, будто из темного тоннеля мы попали прямо на карнавал. А вам не нравится карнавал? По мировому бестселлеру. Я писательница, и вот уже долгие годы я в поисках идеальной истории. От режиссера фильма «Четыре свадьбы и одни похороны». Гернси? Я вхожу в литературный клуб. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков Гернси. Клуб появился во время оккупации. Я знаю вас, потому что я нашла книгу, в которой написано ваше имя. От продюсера «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Ты же не можешь поехать на встречу литературного клуба на остров Гернси. Ты что, сбегаешь от меня? Как приятно с вами познакомиться. Это вы? Вы что, уже знакомы? Я сегодня чуть не убил ее. Осторожно! Эй, вы там, простите. А я думала, в прошлой жизни. Да. Ну, если сегодня, то понятно. Я видела, как происходит то, что никак не могло произойти. Я писала тому, кто сразу меня понял. Так, чтобы мне не нужно было объясняться. Ты должна написать о них. Это история, которую должна рассказать ты. Нечто столь маленькое, всего лишь книга. И она провела меня через весь этот путь. Фильм Майка Ньюэлла «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков Гернси». Пирог из картофельных очистков. Просто ужасно. В кино с 29 августа.